Праздновали не только на Востоке, в южной части страны свой 66-й день рождения отмечал один из самых молодых городов Украины – Новая Каховка. Праздничное шествие, чемпионат мира по силовому экстриму и более 500 литров ухи приготовили в честь праздника. Подробности расскажет Марина Михайловская. На площади перед мэрией Новой Каховки второй день не прекращаются народные гуляния. Хотя официальная дата основания в феврале, торжественные мероприятия проводят по традиции в сентябре. День города – это прежде всего семейный праздник. И в такие моменты формуется громада. Люди понимают, что не только какие-то там проблемы в стране, а можно сосредоточиться абсолютно на другом и жить другим життям. Как раз это и есть завданием маленьких сел, селищ, местечек, находить те позитивное, что нас объединяет. Ну, враження, знаете, с одной стороны, знаем, что Нова Каховка умеет как и работать, бо тут очень много промышленных предприятий. С одной стороны, работать умеет, с другой стороны, вы видите, что очень хорошо развивается культура. Творческие кулинарные таланты демонстрировали не только горожане, но и жители окрестных сел. Воспитанники местного лицея подарили городу символический арт-объект – лавочку примирения. Именно с нее и начнется создание аллеи любви. По задумке авторов, она должна стать местом воссоединения поссорившихся пар. И не только. А це лава примирення Заходу и Сходу, чтобы наша Украина была єдина, незалежна, квітуча и золота, такая, как ця лава примирення. Днепр, ГЕС и рыба. Этим прежде всего знаменита Новая Каховка. По крайней мере, ее жители уверены в том, что лучшую уху готовят именно у них. Поэтому ежегодно здесь проводят соревнования среди мастеров приготовления рыбной юшки. В этот раз в распоряжении участников было 100 килограмм рыбы. 60 килограмм картошки, морковки, сала, чеснока и масла. На приготовление выделили 5 часов. У нас есть один секретный ингредиент. Мы завжди купуем вот такую червону рыбу. Червона рыба, обов'язково. Яка дає дуже смачний навар. Навар. И еще один маленький секрет. Мы в кінці, после того, как приготовили эту юшку, мы занурюем дровинячку с фруктового дерева. А на площади перед мэрией всех угощали кашей из топора. Блюдо из всем известной сказки пользуется популярностью горожан. Мы сделали такую идею, 5 лет започатковали тому назад. Знайшли топор, завжди готовили эту кашу військові, роздавали військові. Топор был присутній завжди, тому що від нього основний навар. Не обошлось и без еще одной традиции. В день города на сцене поздравляли молодоженов. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Херсонская область.